автоматические реакции и паттерны мышления в медитации. Медитация учит нас уходить от автоматизма, от автопилота, когда вы делаете какое-либо действие, и вы это делаете на автопилоте. Допустим, вы идете в магазин, и у вас только одна цель. Так, пойти в магазин, купить хлеб, и вы как робот, пошли в магазин, купили хлеб, либо какую-то задачу определенную выполняете. Вы это делаете, ну, по-настоящему, как автопилот. Вы даже не замечаете, вы не находитесь в моменте, вы не находитесь в настоящем времени здесь, сейчас. И то же самое, что и про паттерны мышления, паттерны поведения, когда из прошлого нашего багажа, жизненного опыта, который у нас есть, мы делаем какие-то действия, реакции, мысли у нас приходят, какие-то поступки. И наша задача в медитации отслеживать автоматические реакции, паттерны поведения, уходить от автопилота. Не делать так, как раньше делали, а находиться именно в настоящем моменте, в состоянии здесь, сейчас. И когда мы делаем какое-либо действие, быть в состоянии осознанности, понимать, что мы делаем, почему мы это делаем, зачем мы это делаем. Это именно вот состояние осознанности. В самом начале, возможно, наш мозг будет для новичков сопротивляться, потому что на это тратится большое количество энергии. Но когда мозг получит положительное подкрепление, положительный эффект, он поймет то, что в настоящем моменте происходит вся жизнь, которая у нас происходит. Она не в прошлом, не в будущем, она именно в настоящем моменте. И избавление от автопилота позволяет нам развивать такой навык, как нейропластичность. Мы создаем новые нейронные связи, мы тренируем наш ум, наш разум. И от этого мозг будет кайфовать, и все больше и больше наш ум будет делать так, чтобы избавляться от автопилота, от паттернов поведения и от паттернов мышления. Спасибо.